у нас проводится ритуал преподношения предкам. Каждый подходит по очереди, три раза, и делает пожертвования. Слава богам славян! Отношения. Слава людям всем, которые да, верили в них. Обращается к тем силам, которым он хочет сделать пожертвование. Да, нужно делать богам, предкам своим. Хороший ритуал, когда ты знаешь своих предков, всех божеств, которые даруют тебе эту жизнь, эти блага. Мы благодарим как можем, через свою молитву, самое важное, через свое настроение. Самое главное, чтобы это было искренне, от сердца. Это самое важное. Слава всем названным и неназванным богам! Вечная слава! Слава народу святорасы! Вечная слава!